Добрый день всем! Сегодня мы с вами подшиваем брюки, укорачиваем джинсы. Брюки расклешенные, подгибочка будет узенькой. Для такой простой операции я взяла и применила две хитрости. Во-первых, буду использовать вот эту лапку. Она предназначена для отстрочки параллельных строчек. Вот эта деталь, она мобильная. И можно менять ширину отстрачивания, по-моему, до 8 миллиметров. И отстрачивать подгибку буду двойной ниткой. Вот взяла две катушки, сложу две ниточки вместе и вот так вот буду отстрачивать по низу. А теперь давайте посмотрим, что же у меня получилось. Вот такая строчка. С изнаночки она выглядит вот так вот. Вот. Брюки готовы к носке.